Никогда не выкидывайте кожуру с красных яблок. До того, как я узнал этот рецепт, мы всегда, ну как бы я с семьей, всю кожуру эту выкидывали, просто мусорку, потому что ребенок у нас не любит яблоки есть кожурой, мы все это дело чистили и кожуру выкидывали. Оказывается, что в кожуре с красных яблок очень много витаминов и минералов, которые необходимы нашему организму и которые способствуют омоложению нашего организма. Все это дело мы берем, это все в кастрюльку, заливаем все это дело водой. Ко всему этому делу нужно добавить всего несколько специй, и получится у нас просто как бы источник, то есть витаминизированный напиток и тонизирующий. Добавляем немножко гвоздики и добавляем мяты. У кого есть свежая мята, лучше, конечно, добавлять свежую мяту. У кого свежей мяты нету, то пойдет и такая вот сушеная мята. Все это дело немножко перемешиваем. Добавляем одну ложечку сахара. Сахар я добавляю исключительно для того, чтобы давать такой напиток потом ребенку. Хотя можно и без сахара, ну как бы взрослым можно и без сахара. Все это дело мы ставим на очень маленький слабенький газ. Кожура немножко выпирает, потому что кастрюлька маленькая, но ничего. Когда оно начнет кипеть, оно немножко уменьшится и все поместится в кастрюлю. Периодически я тоже помешиваю все это дело. Ждем, когда водичка наша закипит. Повторяю, огонь должен быть слабый, небольшой, чтобы оно все не выкипало. Доводим все это дело до кипения. Даем буквально минутку покипеть. Повторю, какие тут ингредиенты у нас. У нас тут основное это шкурки, кожура, то есть от красных яблок, немного гвоздики и мята. Когда все у нас покипело, выключаем газ и даем немножко всему этому делу настояться. Ну, хотя бы минуток 10, чтобы это все дело постояло, успокоилось. И все, в принципе, можно употреблять. Кто любит теплое или горячее пить, можно так пить.
кто любит охлажденное, можно охладить. Получается очень тонизирующий, очень полезный, потому что тут просто сборник всяких витаминов. К тому же это получается бодрящий. Он бодрит этот напиток лучше, чем кофе. А к тому же еще полезный. Всем спасибо за внимание. Смотрите наши другие видео.